Всем привет! Давно не было примерки, зашла в свой любимый магазин Медицу. И сейчас вам покажу, что я выбрала померить. Вот такой вот жакет. Очень понравилась ткань, можно завернуть рукав. Подвернуть, точнее, такие вот пуговицы натуральные. Понравился. И сразу по цене 200 злотых. Вот такая вот кофта, тоже мне нравится у них ткани. 70 злотых. Такое вот платье. Тут собранное. Тоже 70 злотых. Ну, вот такое вот красивое бежевое. Вот такой вот красивый сарафан. Но потом, как оказалось, то я не знаю, на кого они шьют. Пишут размер Элька, но даже XL, хотела посвободнее, в итоге вообще как-то не то. Тут та же самая история, тут наоборот большое. Ну, покажу вам уже потом дальше. И сумка вот такая еще была в темно-коричневом шоколадном оттенке, тоже очень, кстати, приятный цвет, приятная сумочка, в середине ремешок. И вот такие вот льняные, лен или катон шорты, тоже неплохие. Сейчас все примерю и покажу. Первое платье такое вот стрейчевое. В принципе, неплохо оно сидит. Конечно, камера увеличивает. В жизни оно смотрится лучше. Мне понравилось, хоть несмотря на то, что в обтяжку. Но с вот этим жакетом вообще идеально. Что-то надо, наверное, вот такой вот жакет взять. И что-то под него такое какое-то стрейчевое платье. Ну, наверное, не это, что-то другое. Напишите, что думаете, как вам такой вариант. И вот еще сумка. Ну, в принципе, сюда тоже неплохо, но можно было взять ту, которая была потемнее. Вот такой вот комплектик еще. Шорты. И вот эта вот кофточка. Очень приятная. Я думаю, что я ее обязательно возьму. Вот. Вот так вот выглядит, в принципе. Мне нравится. И кофта еще была в таком зеленоватом оттенке. Тоже неплохо. Напишите, как вам нравится или нет такой вот комплектик. Мне, в принципе, понравился. Вот это платье, конечно, быстро вам покажу. Но оно, конечно, перебор. Подчеркнула все, что есть. Ну, в общем, мне не понравилось. А это платье, наоборот, какое-то большое, и можно было, в принципе, брать на размеры меньше. Ну, хоть более-менее такой фасон, скажем так, для таких полненьких девушек. Вот подкладка под низом есть. Но все равно как-то, ну, не до конца оно меня зацепило. А вот это платье просто разочарование. Вот здесь вот такая вот змейка стоит. И, в общем, ткань прикольная, но реально размер. В него невозможно просто не то, что влезть, а вообще, я не знаю, как бы размер просто написан от фонаря, если честно. Так, по приколу. Вот этот пиджачок. Стоил 269, сейчас 200. Классный. И вот эта кофта. Подумаю. Очень понравился вот этот пиджак в манго. Такой голубой, красивый очень цвет. Но это размер 40, а мне надо было 42, наверное, брать. Ну, не было просто размера. Ну, классный, конечно. Цвет шикарный. Я там померила еще. Сейчас покажу. Вот такой вот синий. Но, по-моему, синий не очень не идет. Был еще хаки, но у меня есть Massimo Dutti. Там смесь такая. Так что, думаю, что нет. А вот лен
Голубой очень-очень, кстати, неплохо смотрелся. Еще сегодня подбирала себе какую-то бежевую обувь, босоножки, туфли. И вот одни из них, фирма Бадура. Вот впереди смотрится очень классно, 38 размер. Вот все бы хорошо, но сверху вот эта штука и задник на змейке. Он очень, конечно, впивался мне немножко в ногу. И поэтому изначально не очень это хорошо. А вот такие вот балетки очень классные. Мне очень понравилось, я бы их взяла. В принципе, цена очень хорошая, но... Как оказалось, тот башмак, который стоял на витрине, был нормальный по размеру, а тот, который лежал в упаковке, тоже 38 размер, почему-то вот этот именно, он немножко шлепал. Ну и как бы такое ощущение, что один 38, а другой 39. Ну а вообще очень классные, мягкие, кожаные и очень аккуратно смотрятся. Ну и так, мне кажется, женственно. И... Последняя Джина Росси на каблуку, но только я взяла повыше, а там был еще вот такой вариант поменьше каблук. Конечно, повыше каблук я, наверное, уже как бы навряд ли буду ходить, но пониже можно было взять, но не было цвета, был только черный оставался. А так, в принципе, неплохие. Туфельки очень понравился оттенок. А вот еще в конце увидела вот такие босоножки, но не примеряла. Такие интересные, такие какие-то необычные. Очень мне понравились. Пишите этот влог. Покажу вам мои небольшие покупки косметики ухода из недавних, скажем так, самых новых. Вот, повторно заказала вот этот вот спрей с коллагеном от Dua Life. Очень рекомендую. День-ночь для лица и тела. Мне он очень нравится. Очень классный и приятный. После него кожа увлажненная и напитанная. Сегодня купила вот такой вот шампунь от Джон Фрида. Всегда, когда есть какие-то акции, то стараюсь что-то себе купить. С цитрусом. Я, правда, не знаю, это упаковка обновленная. Тут старый шампунь или нет. Вот. Но я хотела что-то для светлых волос. Мне нравится, как вот такие вот шампуни, но именно Джон Фрида помогают, скажем так, чтобы волосы больше немножко выгорали на солнце, именно натурально. Вот, так что беру его очень часто, использую летом, потому что маска у меня тоже уже сейчас закончилась. Попала на вот такой вот крем. Как видите, взяла тройку, это достаточно такой... Ну, не сильно темный, но на лето, в принципе, нормально. Я его немножко смешиваю с кремом посветлее. Вот, он уже не продается почему-то, очень мало где вижу. Но вот этот вот крем очень классный. Если увидите, берите, он стоит вообще копейки. Вот, но он очень шикарный и тональный крем. Против каких-то неровностей, с депантенолом. И заживляет какие-то, например, воспаления. Вот, очень хорошо наносится. И их, по-моему, три оттенка. Я раньше брала двойку. Но все три очень классные оттенки. Вот. И, наконец-то, себе подобрала тушь более-менее. Вот эту вот взяла от Maybelline. Кстати, неплохая, по крайней мере, не осыпается и вроде под глазами и на веках не черная. А мою любимую от L'Oréal в зеленой упаковке почему-то не выпускают, не знаю, вообще ее не вижу нигде. Так что вот такие вот у меня покупки. Вот. Надеюсь, было интересно. И до новых встреч и всем пока.